Сэр? Играем, поехали. Поворчали, потом поворчали еще раз поворчали, и хватит. Ну, душа болит. Все, погнали. А, вот, все, загрузилось. Значит, фото. Что мы видим? Что-то на иврите. Очевидно, очевидно, это у нас... Сейчас сделаю 100%. Вот так вот. Надо угадать год и место на карте, где это снято. Так, израильский флаг. Иерусалим ли это? Похоже на Иерусалим. А, дейли, я понял. Это типа дейли набор, да, дейли пакет. Я вообще не зарегистрирован и даже не знаю, где его искать. После 47-го года. Что-то прибрежное. Так. Многоэтажные дома на фоне. Какой-то проспект такой прям большой. Ну, давайте подумаем. Сейчас мы... На Дейли кидают свежие фотки. Ага. Что, ребята, Тель-Авив тогда получается, если прибрежная? Что там на билборде? Ну, вот... Что-то Arrow и Dove. А, похоже на какой-то... Так. Эдисон. А вот тут не пойму. Это, наверное, кинотеатр, да, какой-то? Paramount тут, что ли, написанный? Prime Agency? Нет, наверное, что-то другое. Так, что за тачки? Тачка вот такая вот. И вот такой вот автобус. Как будто это реально какие-то 50-е годы. Ну, может, 60-е. Проспект широковат для Иерусалима. Ага. Но вот может реально Тель-Авив? Какой-нибудь вот такой вот проспект. А, ну тут бульвар уже становится. Ну вот где-нибудь вот здесь вот, типа, если вот это... А год? Все написано. Да-да-да. Хорошо, начинающий. Ну, кстати, можно сопоставить название букв. Одежда. Одежда вот такая вот. Ну, похоже на какой-нибудь типа 60-е годы, да? Хотя вот этот чувак какой-то очень такой более-менее современный. Так, давайте сейчас по одежде пройдемся и машины еще раз посмотрим. 50-е, 60-е. Ну вот. Автобусы прям такие, да? Старенькие-старенькие. Так, машина. Машина вот она вот такая вот. Корнадо. Коррида. Не знаю. 60-е. Колорадо. А, Колорадо. Так, 50-е вряд ли. У девушки короткая юбка была. Ну, такая, да, выше колена. Ну, как сказать, короткая. На машине ну, какие-то виноградари. Кстати, не Колорадо. Да, была бы Эль высокая. А, стреляешь, я что за... Ну что, ребят, давайте бахнем какой-нибудь типа 61-й год. 62-й. Даже 63-й. Ну и вот в Тель-Авиве какой-нибудь самый большой проспект от моря, который идет. Погнали, не будем сильно тянуть. Дело такое. Так, 2 года и 50 километров. Блин, Иерусалим все-таки, ребят, прикиньте. Все-таки оказался Иерусалим. Так, сейчас я сделаю как-нибудь... Volkswagen Corrado. Так, ну зато мы на 2 года всего ошиблись.
На 2 года ошиблись. Да, благо, что близко, не сильно много и потеряли. Нормас. 9486. Хорошо, погнали. Так, Австрия. Какой-то Сентиль. Где-то это в странах Югославии. Либо Чехословакия. Может, это Пражская весна? На вывеске Иерусалим 906. Чехия. Словения. С с чертой. С с галочкой. Это должна быть Словакия, да? Чехословакия. Венгрия. Венгрия 56-й. Так, танки. Ребят, кто разбирается? Я не разбираюсь. А, 12 километров от Австрии. Ну да, тут согласен. Тут согласен. Так. Не, ну, кстати, Словакия тоже пойдет. Ну, на самом деле, Чехия пойдет. Танки более-менее современные. Ну, это какой-нибудь типа Т-62, типа такого, да? 56-й по танку и пулемету рановато. У Чехии такая С. Ага. Ну, вот из Брно, может быть, вот что-нибудь где-нибудь типа здесь. 12 километров. Форма непонятна, ребят. Форма может быть советская, а может быть и какому-нибудь советскому стандарту, но приближенная. Там трассы Е-59. Господи, точно. Слушайте, вот это вы умные. Так, 52. Так, 408. Так, 52, 49, 55, 65, 49. Что-то я не вижу ни одной нужной нам. О, говорит, только что был Е58 здесь. Е58. Так, нам нужно 57 и 59. Е58 нашел. 58. 60. О, 59. Так. Ну, Е59 в Вене. Так, 58. Господи, я не вижу ни одной... В Словении. Так, сейчас посмотрим. Во, реально Словения, ребят, Марибор. Е57. Так, а 59? 56? 61? О, знаменитый Блед, озеро. Так. Вот не вижу 50... А, во, Е59. Е57 не вижу, я что-то потерялся. А, Е57, это одна трасса. Короче, где-то это вот тут вот. Вот тут вот. 91-й год. Вот такая вот черно-белая, жесткая фотография. Ну, вообще, может быть, на самом деле. Начало 90-х. О, реально. Давайте бахнем 91-й, ребят. Десятидневная война в Словакии. Ага. Ну, погнали. Так, сколько здесь километров? Здесь нету этого линеечки. Давайте чуть-чуть даже сдвинуть сюда вот. Как будто нормас. Ну чё, тогда поехали 91-й. 10-дневная война, все дела.
Вот как будто, понимаете, может быть снято на фотик старый. А цветные фотки могут быть разыкрашены. Погнали, 91-й. Е, 91-й, 1,1 километра. Сюда. Хорош. Мое почтение, 91-й год. И Словения. Ну, в общем, действительно, та же трасса, просто чуть-чуть я 11 километров неправильно отчитал. Нормас. Вообще нормас. Я читал 10 километров до Австрии. Хорош. Это прям круто. Реально, прикинь, 91-й год, такого качества фотка. Олимпик Гроссери. Натсенс. Фрэш Милк. Бродвей, 5-я авеню. Блин, как локацию определить? Так, давайте по тачке посмотрим. Тачка 20-х годов. По-любому штаты, но это какая-то глушь. Девочка с куколкой. Какой-то тут чувачок, какая-то у него фотография. Авто древнее 20-30-х. Указатели слева. Значит, Бродвей, 5-я авеню. Так, что там? Мужичок смотрит, выглядывает. Какой-то кап, газ. Нацет — это что-то датское. Не, ну это, я думаю, что это все-таки Америка. И это как бы имитация, что это типа Нью-Йорк, но это не Нью-Йорк. Да. Так, девушка с молоком. Блин, ну это тяжело. Это тут надо по проводам, знаете, как эти там геогессеры отгадывают. Вот такой вот номер машины еще. Ну, кстати, номер. Что там вдали? Ну, вот какие-то прямо домики такие. И горы, кстати, горы. То есть это уже точно не Нью-Йорк. Это уже точно не... Вот не знаю. Голливуд. А есть и Австралия какая. Так, женщина на заднем фоне. А, женщина, я даже не увидел сразу. Женщина на заднем фоне. Идет. Если горы США, то западное побережье. Ну вот. Слушайте, город такие очень... Не очень. Но реально может быть LA какой-нибудь. 40-е. Да, скорее всего, тачка старая, просто дожила. Старая Калифорнийская Республика. Олимпик Гроссери, может, где-то Олимпиада была. Ну, кстати. Ну и это да. Можно. Вообще могут быть, конечно, любые горы, но Олимпиада в 32-м году была. А где? В Лос-Анджелесе? Олимпиады не было. В Лос-Анджелесе в 32-м году. О-о-о! Матильда, мое почтение. Так, ну что, давайте тогда бахнем где-нибудь вот, вот тут вот. Не в самом городе, чуть-чуть подальше от города. В Берлине в 36-м. В 32-м в Лос-Анджелесе. Давайте так и бахнем 32-й. Ну, слушайте, нам больше не за что цепляться. Машина. Девочка, горы и Олимпиада. Это все, что у нас есть. Давайте пробовать. Вау. Ребят, 33-й год. 31 километр. Офигеть. Ну, это очень сильно. Вот это вы, да, цепляетесь за детали.
Офигенно. Реально, Олимпиада получается в Лос-Анджелесе. Из-за этого Олимпик Гроссери. Реально Лос-Анджелес, потому что мы по горам в первую очередь, а потом уже через Олимпиаду дошли. Ну и по тачке. Потрясающе, просто потрясающе. Да, после Олимпиады. Но тут надо было... Ну, 32 нормально. Хорош, хорош. Так, сейчас прогрузится. Так, это Питер какой-то, да? Нет. Так, Трэшер. А буква П это Польша или F Франция? Скорее всего, Франция это. Блин, не могу разобрать, что тут написано. Больше не увеличивается. А, у Польши ПЛ. Польша ПЛ. Тут... Слушайте, ну тут очень не видно. Очень похоже на букву П. Если это не Польша, то это Франция. Так, вот тут еще у нас Эйнбан. Так, это Германия. Не-не-не, это ЕС. Это прям вот... Просто польская тачка получается. Вена 2016. Да, кстати, запросто может быть Вена. Австрия скорее. Так, чувак. Просто чувак. За что еще можно зацепиться? Тут все очень отдаленно и не приближается. Я максимум. Телефон. Телефон. Ну какой-то iPhone, да? Вот тут две камеры вроде. Трэшер кофта 2017 года. Так, еще раз надпись показать. По-моему, три камеры. Да, слушайте, это может быть вообще, может даже четыре быть. Так, знак, давайте. Значит, Einbahn, Ausgenommen. 16-17 год. А можно еще раз номера авто? Не-не, вот этот номер тут буква П. Либо F, но скорее всего P, ой, скорее всего F французский, да? Не польский. Тут просто, ну, как будто одна буква, но я больше не могу увеличить, оно прям в очень плохом качестве. Давайте вот тут посмотрим. Ну, тоже непонятно. Ну что, Вена 17-й, поехали. У Австрии гербы земель. Ага. На номерах, да, у Австрии. Значит, Германия получается. Не-не, ну слушайте, по-немецки либо Германия, либо все-таки... Австрия. У нас всего две тачки с номерами, но тут нету нигде гербов. Дорога с односторонним движением по-немецки. Ага. Ну что, Берлин тогда? Блин, ну очень не похоже на Берлин. Хотя я не знаю. У Германии первые две буквы в названии земли. Так, Z-Z-E, а здесь S. S может быть... Блин. Слушайте, скорее всего, это раннее утро, поэтому людей нет. Блин, а может быть Швейцария? Но у Швейцарии тоже, по-моему, кантоны указаны в виде герба на номерах. И она не ЕС. Зальцбург. Но видите, говорят, что указаны номера на номерах машин, гербы земель. Знак синий слева. Так, где знак? Ничего не вижу. Вот тут вот есть
Знак на доме. А, тут штрассе, да, написано? Да, штрассе. Тут точно штрассе. Но вот это непонятно. Правее над машиной, слева синяя. Вот это вот, но вот она не увеличивается. Тут очень непонятно, что это. Короче, давайте Германию брать, ребят. Мне кажется, что это Германия все-таки. А номер за Е это округ Австрия. Да, серьезно? А что это за округ? Австрия, да? А С это Зальцбург какой-нибудь. Ладно, давайте Австрию. Мне по архитектуре больше кажется, что это Австрия. Давайте просто бахнем Вену где-нибудь в центре города. Вот тут вот даже чуть подальше. И Зальцбург слева. Ага. А, вы имеете в виду... Не-не-не, ну надо не Зальцбург. Вот 17-й. Я думаю, что это все-таки Вена. С, герб, 116 ПЖ. А, это герб. Кстати, может быть. И тут какой-то герб. Ну да, точно, слушайте. Ковид версия. Не, слушайте, в ковид чувак бы был в маске и мордой в пол бы лежал, скорее всего. iPhone. Думаю, что 19, судя по айфону, с тремя камерами не раньше. Давайте 19. Давайте 19. Все, ребят, погнали. 23-й год. Зальцбург. Твою мать. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот такие дела. Ну что ж, понимаете, блин, машина, да, из Зальцбурга. Но это, конечно, что-то я про это не зацепился. Вена грязная. А две тачки, одна за Е, другая С. Ну, в целом нормально, но могло бы быть и лучше. Так. Это знаем. Окей. Где-то я видел такой столб электрический. Подпись «Друг Ролан в Зальцбурге». А, я, собственно, даже не прочитал. Так, Эйфелева башня где-то вот тут. Вот, да. Так, давайте подумаем. Они стоят на возвышенности, значит, это с этой стороны. Где-то должна быть тут площадка. Скорее всего, где стадион сейчас. Да, где-нибудь. А этот стадион всегда был, его же сейчас только под Олимпиаду построили. Скорее всего, тут и есть площадка. Они через реку. А где здесь? Вот тут вот типа. Так, арку найди. Найти арку. Триумфальная арка. Площадь Шарль-де-Голля. Так. Так, давайте еще раз. Вот арка. Так, чуть-чуть осуждаем. Осуждаем. Господи. Где площадь Шарль де Голля? Ниже Тракадера. Ниже. Так. Тут что ли? Я не понимаю, ребят. Так. Мы к одной из сторон прямо фронтально практически встаем. Вернись. Давайте, значит, Тракадерские сады, Мацури.
Тракадера ставь. Все, ставлю Тракадера. Так, я так, 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 все. Ну, слушайте, они же реально прям рядом с башней. Погоду. Ну, у меня ощущение, что это год какой-нибудь 2005-2009. Восьмидесятые. Так, кроссовки. Телефонов не видно. Кстати, да. Чувак с камерой фоткает их. Да, это же фотоаппарат. Восьмидесятые. Давайте какой-нибудь 89-й бахнем. 87-й даже. Никто не снимает на телефон, да, 85-й. Ну вот, плюс-минус, да. 90-е имхо. Кто в обуви разбирается по кроссовкам? Нет ни одного иностранного врача-инженера в кадре. Так. Рубашки какие-то не 80-е. Не, рубашки у них форма какая-то, вот эта вот. Так. Слушайте, ну реально 90-е как будто. Вот у мужика прикид, как у Михаила Круга. Самые яркие одежды 90-е. До 90-х. Все, ребят, бахаем 90-е, короче, чтобы... Ищите свидетелей из Фрязино. Так. Почему каталонцы в Париже? Видите, они противоборствующую башню строят. Ладно, 90-й год нормально. И туда, где-то посерединочке. Место бахнули, поехали. 93-й год. 48 метров мы чуть-чуть сместились. Но ничего. Тут как бы где 87-й, там и 93-й. Локейшн 5000, да, кстати. Чуть-чуть повыше. Ну, класс, класс. Final score. 47 321. Ну, это сильно, это сильно. А был бы Зальцбург у нас вместо Вены, было бы там по 49 тысяч. Олимпиада 92-й. Так, ребят, давайте еще играем. Еще и партиечку. Жили на Тракадера в первый отпуск с женой. Вот это очень круто. Очень круто, ребят, очень сильно. Самый крутой, это где мы с девочкой машины и Лос-Анджелес нашли и Олимпиаду. Так, пойдем еще. Так, это футбол. Это Арсенал. Это Лондон. Ребята, у нас была эта фотка уже. Может быть, не эта фотка, но этот стадион у нас был. Как там? Хайбери, да, он называется? Прямо именно эта фотка была, да? Ну, слушайте, ну ничего, отгадаем еще раз. Да-да-да, прямо там есть район Хайбери, и на этом месте построили стадион. Так, сейчас я вспомню. Вот год я совершенно не помню. Но как будто это какие-то 80-е. Так, как не... Так, северный Лондон. Но не прямо очень северный. Да-да, но район все равно называется Хайбери. Сейчас я его найду. Господи, где он? Так, Тоттенхэм севернее должен быть, по-моему. Не-не-не, это стадион Хайбери. Старый снесенный. Южный Тоттенхэм. Стэмфорд Хиллс. Спрингфилд.
Так, Хакния. Господи, где у нас? Где Хайбери? Я вот это тоже что-то долго-долго искал. Не могу найти, ребят. Все, потерялся. Так, Лондон. Северный. Поехали. О, Хайбери. Хайбери. Так, станция Хайбери. Где-то теперь должен быть по соседству стадион, который выглядит теперь как дом, но по форме стадиона все равно. Так. Блин, гавкает собака. О, нашел, господи, наконец-то. Так. Трибуну надо, да, теперь? Блин, либо вот тут это снято, либо вот тут. Так, ребята, осуждаю вас. Там что-то устроили какое-то это. Так. Вот это, скорее всего, центральная трибуна. Тогда они должны быть здесь. Я хочу 5001, все так. Так, давайте год какой-нибудь типа 88-й, 86-й, типа такого. Это не конец 90-х, это какой-то прямо ультра... Середину ставь. А, нет, я хочу точно угадать. Все, пускай будет так. Поехали. Блин, 91-й. 14 метров away. Нормас. Нормас. Ну хорошо, хорошо. Сложно найти этот стадион, он так, знаете, очень это. Так, photo from an Arsenal вон первый дивизион выиграл. То есть это не премьер-лига, что ли? Или. Нет, наверное, это премьер-лига, просто тогда называлась первый дивизион. Так, хорошо. Так, Норвегия ли это? Ну, наверное, Норвегия. Б. Так, люди годов 60-х, да, наверное, по моде. Именно первый, то есть это как чемпионшип сейчас. Берген. Вот, да, я по букве Б, как будто это не Осло. Про что-то. Она переносится в правде за старом году, чуть позже, а так это было первой лигой. Но первая лига это высший дивизион тогда был. Так, 60-е годы. Портовый город. Берген. Блин. Ну вот. Б это Берген или просто такая вот штуковина? Давайте попробуем еще какие-то. Так, ничего не вижу, чтобы нам говорило, что это за город. Может ли быть в Бергене такой высокий красивый дом? Ну, может. Осло я такого не помню. Хорошо, вы знаете Осло. В Бергене 3-4 этажа были. Да, ну в самом центре, если где-нибудь. В Швеции до 58 года было левостороннее движение. Слушайте, а эти тачки тоже, да, левосторонние как будто. Так, камера, фильм, кодек. Винтер. Да, здесь Винтер написано же. Вряд ли у посольства, потому что это просто какой-то магаз. Нерлен, фото Энгрос, Нерлен. Что-то бр.
Номер отражается в витрине, но тоже непонятно. Кодек и какой-то очень смешной кот с человеческим лицом. Так, ну чего? Давайте Берген. Какой-нибудь 65-й год. Чтобы посерединочке. 60-й взять. Может быть односторонний. Кстати, вообще запросто. С учетом того, что тут такие узкие улочки. Односторонние, кстати. Вот реально односторонние. Очень односторонние. Как будто вполне себе. Куда-нибудь вот сюда вот только бахну, чтобы на односторонний. Все, ребят, 65-й год. Берген, Норвегия. Погнали. Блин, Осло. 58-й год. Ну ладно. Все-таки Осло. А здесь довольно мало фоток, не из столиц. Но попадаются иногда. Да, вот Зальцбург. Ну нет, ну, на это вообще не надо внимания обращать. Потому что типа только в столицах снимают. Нифига. Ну ладно, давай дальше. С годом хорошо, всего 3 года разница. Так, Волтон, Брэк Роуд, Карлсберг, Ливерпуль. А, ну это Энфилд. Просто Энфилд. Вот на трибуну Энфилда. Какого-то года примерно того же, какие-то 90-е. Да, конец 80-х, начало 90-х. Со стадионами мне нравится, со стадионами попроще. Сейчас мы Энфилд найдем довольно быстро, я думаю. Так. Или не найдем. Так, Эвертон. Эвертон рядом. Стадион Эвертона очень рядом с Энфилдом находится. Так, Эвертон. Эвертон Парк. 90-й брали чемпионство. Так, давайте сначала я стадион найду, а потом приблизим все. Хотя я для вас приближу, что. Так, где найти логотип? А тут что-то вот. А, так, спонсор Карлсберг, кстати. У Ливерпуля этот вот в Лиге Чемпионов, который я помню, был спонсор Карлсберг. Вряд ли они в 80-х были тоже спонсорами. Как будто это год 97-й, может быть, даже. Так, матч. Ну, тут эта трибуна, скорее всего, так. О, Энфилд, поехали. Энфилд стадиум. Так, сейчас определимся с трибунами. Это главная трибуна, как будто, да? Хотя нет. Скорее всего, это где-то вот здесь вот. То есть, это не центральная трибуна. Центральная трибуна, не было бы такого входа, тут был бы фасад 100%. Блин, собака забавила гавкать. Так. Оно запалило. В общем, как будто здесь. Или вот здесь. Вот этот дом, походу, да, вот он. Сейчас. Вот такой. А, улица была. Walton Break Road. Все, ребят, я понял, о чем вы говорите. Walton Break Road. Enfield Road. Скеллис Роуд, Вильва Роуд, Окен Роуд, Окенфилд Роуд, Волтон Брэк Роуд. Господи. А это? Гилман Стрит. И чё? Собака кричит. А я не вижу вообще такой улицы. Так,
Walton Break Road. Внизу. Проморгал. А, вот он. Все. Все. Ну да, да. Значит, это где-то... Вот тут вот, да? Или вот тут? Сейчас. Ну вот тут вот. Вот, вот, вот эта будочка, вот она. Вот так вот. Вот они, касса. Скорее всего, даже вот так вот. Или... Так, год. Карлсберг спонсор. Блин, ну это год 96-97. Мне кажется, год 97. Даже, может, и позже. 99. Я не уверен, что... Спонсор ЛЧ, блин, может, я и реально путаю. Так, вот чувак в одежде. Вот еще люди в одежде. Вот этот вот логотип с этим. Блин, ну нет, я помню. Ну... Карлсберг был долго у них, даже в нулевые. Но вот я помню именно на форме Карлсберг. Так. Ранние 90-е, блин, я не думаю, что это ранние 90-е. Британцы не умеют одеваться. Поздние 80-е. Мне кажется, что это 90-е какие-то, ребят. Конец 90-х. Давайте 97-й бахнем. Пленка контрастная. Ладно, 95-й поставлю посередине. 95-й посередине. Пускай так. Карлсберг и Адидас были примерно в 94-96 годах. Все, погнали. 92-й. Ладно. 19 метров away. Все-таки чуть-чуть с этой стороны, да? Но не важно. Нормас. Нормас, я считаю. Это на следующий год после той фотки Арсенала. Так, это у нас что? Это у нас где? Что-то очень старое и ни одной какой-то такой внятной фотки. Надписи имею в виду. А, скорее всего, это Австрия как раз, да, Вена? На Вену похоже. Так. Кельхаузер. Точно не Вен, скорее всего. Блиц. Так. Трабант у тротуара. Вот Трабант, знаю, в каком году выпустили, а как он выглядит, не знаю. Но как будто это что-то вообще какие-то 50-е. Берлин. Так, В. Тут тоже В. Это Вена, ребят, скорее всего, В. Вот тут буква W. И вот тут буква W. И буква А. Скорее всего, это Австрия, а вот это Вена. Ну и по... По вот этой архитектуре похоже на Вену. А Австрия, ага.
Зимний дворец в Вене. Блин, я не знаю. Был в Вене, но не знаю там всех дворцов. Так. Все, поехали в Вену. Опять возвращаемся. Бахнем в Вену, как говорится. Так. Ну вот какой-нибудь там, блин, там этих дворцов, куда ни плюнь. Ну, как будто это вообще не знаю, что это. Давайте, короче, вот куда-нибудь вот сюда вот. Так, это собор. Аврора Зимняя. Так. В общем, давайте где-нибудь вот тут в самый-самый такой исторический район. Опять же, там на каждом шагу эти дворцы. А где он находится, Энгри Андрей, Зимний дворец? Не подскажете, как, вот, в какую сторону от этой точки? Наверх, вниз, влево, вправо? Бельведер. Вот в Бельведере мы были с морской доходой, но там, по-моему, не так. Там парк большой, да. Не помню. Ну, точнее, не знаю. Так, давайте с годом пока. Мне кажется, это какой-нибудь 55-й год, типа такого. 53-й. Фотка, скорее всего, разукрашенная. Могут быть в 60-х годах такие тачки. Дворец в Хофбург. Возле Аурора. Там, где Хофбург. Вот Хофбург. Так. Где дворец? Аврора нашла. Так, хорошо. А, Хофбург есть дворец. Все. Тогда где-нибудь... Где такой? Вот этот? Это он? Наверное, да. Ладно, давайте я не буду это... Прям сюда бахну. Так, музей Сиси на месте. А, вот. Все. Вот она. Значит, нам вот сюда вот. Чуть-чуть, наверное, даже подальше. Год 53-й, 60-й, 61-й. Хочется сделать 60-й, чтобы так посерединочке где-то. Ну что, ребят, что думаете? Многовато тачек для ранних 50. Ну, кстати, да. Давайте 63-й. Даже. Тачки-то такие, да? Какие-то ранние 60-е. Ну да. В общем, давайте 64-й бахаем. С улицы, я думаю, мы правильно отгадали, потому что вот она ровно выходит на вот эту вот башню. На купол. Поехали. 62-й. Блин, еще дальше. А, наоборот, ближе. Я сильно дальше взял. Ладно. Музей Сиси. 60-й год. Вена. 117 метров. Что-то я сильно дальше взял. Мне казалось, что такая перспектива, знаете, отдаленная. Но нет, два дома на самом деле. Что-то я затупил. Два балла отняли за локейшн. Год неплохо. Неплохо. Супер. Супер. 2 года всего не попали. Так, какая-то... Что это? Опера? Мост там какой-то на заднем плане.
Люди сидят по периметру. Опера Сиднейская, да? Наверное, Сидней. Наверное, опера. Апельсин вид из-под кожуры. А вот тут сейчас странно, что зрители сидят по периметру, а вот музыканты внизу как будто бы. А, неделя мод Нью-Йорк. Ну, кстати, как будто что-то модное реально. Как будто это модный показ. Вон корабль прямо на воде, да? Оркестровая яма. Вон корабль еще плывет, катер. Может быть, в Сиднейской опере... Но это реально показ мод, ребят. Но при этом тут как будто пюпитр. Да, это же пюпитр. Как будто что-то оркестровое. Мост и вода справа. Так, давайте посмотрим, где у нас опера. И если там мост. Так, опера где-то должна быть на берегу. Обувь. Вот это вот одинаковая. Причем вся. Оркестр не отменяет. Показ мод. Так, создать пипитер, хорошо. Блин, где моб? Опера. Так, давай еще раз. Сидней. Сиднейский оперный театр. Ну вот, слушайте, реально вид прямо на вот этот вот мост, как будто, да? Вот они. Мне кажется, очень похоже. Прямо вот он. Жесть. Смотрите, а жесть. Только пытаюсь понять. Этот мост идет по касательной. И как будто они где-то вот здесь вот вообще. Все. Так. Год. Так, телефоны. Поехали. Блин, ну тут такие телефоны. Такие телефоны. Телефоны все какие-то маленькие, да, очень. Не похоже, что здесь 4 камеры, что здесь 4 камеры. Не, ближе к воде вряд ли. Тут некуда, тут опера кончается. Нулевые, десятый, десятый, восьмой. Десятым. Давайте десятый так и бахнем, как вы говорите. Плюс-минус. Погнали. Пятнадцатый. 64 метра away. Ну, нормас. Нормас. Все-таки 15-й. Чуть-чуть попозже. Блин, один балл тоже отобрали за этот. Черти, да? Я просто, смотрите, не пойму. Вот этот мост идет как будто бы параллельно кадру. А может это вот этот мост? А, нет, тут другой мост. Или этот. А, вот этот мост, господи. Ну да. А я почему-то вот этот мост смотрел. Это тоннель, скорее всего, даже. Да, вот он. И вот он идет ровно под этим углом. А я пытался относительно вот этого определить вот этот угол и вывел как раз вот сюда вот куда-то. Все, понятно. Мост другой. Ну вот один балл за это и сняли. За неправильный мост. 46-392, ребят. Ну, по-моему, мы отлично играем. Ну что, ребят, давайте будем потихонечку закругляться. Я вроде жив, силы есть, но надо идти отлеживаться, чтобы не разболеться. Спасибо вам большое, что были с нами. Еще раз приношу извинения за убогий интернет, от которого у меня сил нет. Вот, чуть-чуть понудел, но накипело.
Все, ребяточки, доброй вам ночи. Следите за обновлениями. Хорошей недели. Вот, увидимся на следующей. Stay tuned, как говорится. Пока-пока. Всем доброй ночи. Спасибо вам.